За мой толстый хуй, понял? Сюда! Баба не поняла нихуя! Ебать! Да! Я в ахуе. Ебать! Уилл Смит ебучий. Именно, с огромным кайфом, понял? Один раз проживем без Эспосита FM. Кстати, на улице пизда холодная. Сегодня один раз был, и то, чтобы купить сигареты, и выиграл 50 гривен. Да, это приятно. Короче, я это все к чему. Холодно пизда сегодня, надо бы прогуляться. Я сегодня выходил только за сигами в магазин под домом прямо. То есть я больше не был ни в каких магазинах. Ну давайте с этим гомиком пройдем миссию. Сейчас я дверь прикрою. О! Вот, ну короче. Добьем 12 тысяч, чтобы я наконец-то заплатил за офис, и меня не судили, и я не брал микрозаймы, чтобы заплатить за офис. Хотя у меня и так кредит 10 тысяч лежит, висит. Да, конечно, неприятно, неприятно так жить. То есть все мои проблемы, реально, вот все мои, абсолютно все мои проблемы решат деньги. Вот в чем прикол. Что самое абсурдное в этом всем. То есть офис не 4К стоит, офис стоит меньше, просто мне за него предъявят, и я не платил с июня, по-моему. Ну, то есть буквально, потому что вот с июня я стал зарабатывать очень плохо. До этого я еще как бы зарабатывал более-менее. Не громко, типа, скажите мне. Потому что мне кажется, что чуть-чуть громковато. Вот, типа. Вот, короче. И к чему это я все вел? А не к этому, я к другому вел. Короче, я это все вел к тому, что... Да. Все проблемы буквально решают просто мои. Ну сколько? 24 тысячи гривен просто решат все проблемы мои, абсолютно. То есть даже 22 получается. 22 тысячи гривен решают все проблемы. Представляете, какой бред? Ну это можно продать Роланд, получается, и решить все проблемы разом. Но, честно говоря, если быть честным, я очень не хочу продавать Роланд. Это моя любимая покупка. Одна из самых любимых покупок наравне с моим первым синтезатором Casio, который я купил. Вот, который я пиздец люблю. Правда, там клавиша отвалилась почему-то, не знаю. Ну, видимо, он старенький, пришел в негодность уже. Вот. Но, как бы, ну да, я при долгах. Вот. Ну, короче, к чему это я? Я это все веду к тому, что да, пиздец, материальность это пиздец. Казалось бы, да, вот казалось бы. Но Роланд это... Я очень благодарен на самом деле Завику, типа, за тот момент, когда я даже не ожидал заработать на Роланд. Ну, максимум на бэушный какой-то старенький. Я купил себе последние модели и новенький, боже, как я был рад. И вот последние дни, крайние. Ну, я вот и сегодня сидел, короче, я вам даже покажу. Давайте я покажу по-быстрому. Как, блядь, взять... Ну, как вот просто открыть вот... А, вот. Я вам даже сегодня покажу. Я сделал биточек такой. Ну, биток стандартный, типа, в нем ничего особенного. Вот. Каски будет называться трек. Вот. Такой, типа. Такой, простенький. Ну такой простенький бит, и там такой рэпчик тоже простенький. Ще називаю собою вже 4 роки, я не відчуваю та погляд. Ідеї слова, наче за кутера біт не покладайся. Вони не допоможуть, мене заїбала лірика, де мається історія. Я повинен робити те, що ти зображаєш. Я потану у світі, котре ти поважаєш. І коли не просунеш купюру у гаманець, я сижу одиноко на узбіччі сподівань. Багато запитань, та ніхто не допоможе. Ви всі кажете підтримати, моя нагорода. Від голоду впадає шкіра, я бідна людина, мене доля. Ну такое, типа, знаете, он простенький такой. Ну, пацанский рэпчик. Я в этот раз даже обработку там, которую я обычно использую, убрал. Там такой элементарный рэпчик, типа. Це найбільш звичайний хз зостаніх. Да, да, да. В этом-то и прикол. Я очень хотел такой простенький трек сделать. Я его так сел просто. Включил трек и такой... Я хочу просто разнообразие. Ну как, они все будут, типа... Ну, не совсем, это будет самый простой. Я, типа, добавлю просто финтифлюшек всяких, там припев есть, типа, всякие приколы добавлю, чтобы оно интереснее хотя бы чуть было. Вот, а так он элементарный, да, там не будет ничего такого прям из ряда вон выходящего. Вот, это такая просто хуйня будет, такая легкая. Вот,
Проходничок. Да, блядь, слушай. Сделай трек и посмотрим, проходничок или нет. Проходничок не так работает. Я считаю, что любую хуйню, которую ты делаешь, ну, если ты ее делаешь, она для чего-то нужна. Следовательно, проходничком, ну, типа, если она нужна исключительно в материальных каких-то коммерческих а-ля целях, и ты ее просто делаешь формально для того, чтобы было, допустим, чтобы заполнить альбом, тогда окей. Но, типа, так-то я на самом деле так не считаю, потому что, ну, в этот раз, вот, я написал такой бит, я решил, что должен быть такой флоу, такой текст, такая обработка, поэтому проходничок или нет, но, как бы, я считаю лично, что нет, что каждый трек, который ты делаешь, ты его делаешь, типа, таким, какой он тебе, вот, должен звучать или как он должен быть, я не знаю, то есть, ну, мне нравится лично. Вот. Ну, такой элементарный просто. Вот хотелось мне элементарный такой простенький трек сделать, типа. Проходничок неприятное слегка слово, типа. Вот. Ну, оно как? Оно неуместное. Ой, блядь, ой, блядь. Вот, короче. Я осталось, вот я три трека с помощью Роланда сделал, но они как демки скорее. То есть их надо доработать конкретно. Завтра я этот буду доделывать, типа. А вот, еще я два вам там показывал, их тоже надо доделать. В одном надо дочитать вообще, дописать куплет и припев сделать. Во втором тоже там надо сделать припев, перевести в стерео, типа я хочу сам бит, потому что я же моно делаю. Вот эти два трека будут с моно, мне похуй. А вот один я хочу в стерео, чтобы он именно жирно так звучал поприкольнее. И может быть я еще один трек, типа, допишу. Может быть, я допишу еще один трек, я вот думаю, и, скорее всего, буду заканчивать. Ну, типа, но пока что там по обработке, по сведению во многих треках, в мастеринге каша, вот, получается, пока что там каша. И поэтому, типа, я не знаю, то есть, ну, может, я добавлю еще какой-то биток, типа, если что-то придумаю такое интересное, ну, просто ебану какую-то хрень такую. Максимально интересно. Вот. Интро готово у меня, но оно мне не очень нравится, блядь, не знаю. Хер его знает. Не знаю. Может быть, я интро переделаю. Аутро я сделал. Оно мне нравится давным-давно. Вот, может, еще один трек ебану. Может быть, тоже так по фасту, типа. Просто этот трек, ты говоришь, проходничок, я его записал, да, очень быстро, действительно, буквально там тоже за полчаса я стал очень быстро делать, типа, все, что я делаю, я стал намного проще к этому относиться. И, как по мне, это хорошая, типа, будет хуйня, чтобы разбавить. Там есть те, над которыми я ебался, дабл-треком, а будут вот такие легкие, типа, такие прям простенькие, типа. И мне хочется вот так их взять, переплести, типа, вот. Ну, короче, пока что на данный момент готово, по сути, ну, с задумкой так, демок, типа, и всего, что я сделал, 8 рэп-треков. Вот. Ну да, 8 рэп-треков. Возможно, я 9 еще ебану. Ну вот. На 9 у меня есть неплохая задумка, короче. Дорогуша, разве ты не чувствуешь какую-то связь между нами, настоящую магию? Да, все мои проблемы, представляете, решат всего лишь 22 тысячи. Это пиздец. Как же жизнь странная, вот насколько странная жизнь штука, задумайтесь просто. Но спасибо огромное всем сегодня за 2000, я в ахуе, честно. Первая минут 20, 0 донатов, сейчас я, ну, именно сижу, кайфую, спасибо. Прыть, зарозумів, що ти плануєш випускати альбом, приємного стриму. Да, я планирую рэп-альбом выпустить, вот. Ну, типа, в планах уже год. Вот. Я его раньше начал, чем Владик, типа, в Лутюгу начал. Просто Владик за месяц сделал альбом, типа, я ему солю. Но опять же, типа, тем, кто слышит про этот альбом уже почти год, вы не ожидайте, типа, что это реально будет что-то охуенное, ебическое и легендарное, типа. Это будет, ну, как белье 2 просто. Ну, типа, все. Чуть-чуть, может, лучше. Не знаю. Ну, типа, Владик швидко клепає, але пиздато. Да слушай, ну... Как, я могу тебе тоже вот так сварганить, типа, за месяцок, и ты скажешь прикольно. Я уверен, типа, я, ну... Просто у всех по-разному, как бы, критерии и подходы. То есть я уверен, что я могу вам ебануть что-то за месяц, то, что вам сойдет, и вы подумаете, о, классно. Вот, но, типа, опять же, от того, что для меня такой вайб, он немного другой, и мне немного, ну, это немного не мое просто. Ну, я чуть по-другому, типа, хотел бы делать. Вот.
Я как понимаю, Ласта также работает в каком-то роде. Типа, я не совсем так сделаю. Но альбом будет тоже такой, ну, проходниковый в каком-то роде. Типа, я просто решил сделать сам впервые что-то без чужой помощи. Поэтому вот так. Вот. Будет простенький, не знаю. Такой простенький, типа. Вот. Черный чай, песни зарубыты. Ну вот. Но опять же, я говорю, не ожидайте, что что-то будет охуенное. Будет просто норм, я считаю. Какой самый лучший трек из белья? Мне нравится «Вера» исключительно. Я считаю, что это действительно самый лучший текст. И по флоу, типа, и по биту, и по подаче, и по... Не знаю, как по мне, это самый лучший текст. Ну и по читке тоже, я, да, действительно, как-то оно так вышло, не знаю. Там как будто бы есть смысл. Во всех остальных смысл он нулевой. Ну как, он есть, но он настолько примитивный, как будто пятилетний ребенок попытался, типа, сказать, какая жизнь тяжелая. А в этом случае, да, действительно как-то, ну тоже оно случайно вышло. Я, типа, написал, мне кажется, более осмысленный текст. Вот в этом случае. Семейка все считают больше. Тоже семейка, это набор строк, типа, я не знаю. Какая-то хуйня. На самом деле, если бы продумать, типа, то, что я пишу, потому что я не продумывал нихуя, по сути. Вот. Но если бы я в тот момент продумывал, постарался бы, то... Ну вот, опять же, это тот же вопрос. То есть, вот многим там нравится белье, на самом деле, почему-то. Сделал за 5 дней, типа, ну. То есть, вот тут тоже такой прикол. Вот. Ну, а тут просто для меня была цель самому все сделать, самому научиться, самому как-то постараться. То есть у меня не было еще такого опыта никогда. Поэтому вот, вот это интересным стало для меня. Как бы Владик музыкой очень давно занимается, и не публично он занимался. Еще несколько лет до того, там, как первый альбом хотя бы ебанул. А я ж как бы вообще, ну, до сих пор нихуя не умею делать. Ну, как, скажем так, я умею, но типа на уровне, блядь, не знаю... 15 лет.